Всем привет! Мне попала сегодня вот такая замечательная тыковка, а это прекрасный повод сварить вкусный, яркий и очень полезный тыквенный суп. Лайк, подписочку ставим и погнали готовить! И нам понадобится тыква 1,5 килограмма, из которой мы получим мякоти 1 килограмм. И морковка 200 грамм. Еще возьмем 50 грамм оливкового масла и 150 грамм сливок. Жирность не важна, но чем жирнее, тем вкуснее. У меня сегодня 20%. Соль 8-10 грамм. Перец черный молотый 2-3 грамма. Имбирь молотый, мускатный орех по граммульке. Они отлично подходят к блюдам из тыквы и подчеркивают ее вкус. Суп готовится легко и просто. Тыкву моем, очищаем от кожуры и семян, а мякоть нарезаем небольшим кубиком. Порезали. Самое время включить духовку разогреваться до 200-230 градусов. И пока она разогревается, мы сюда добавим половину оливкового масла, мускатный орех, молотый имбирь, перец и тщательно это все перемешаем. Затем отправим в духовку и будем запекать 20-30 минут. Тут, конечно же, ориентируйтесь на особенности вашей духовки и количество тыквы. Отправляем в разогретую до 200-230 градусов духовку на полчаса примерно, но ориентируйтесь на свою духовку и количество тыквы. Ну а мы пока морковочку помоем, почистим, еще раз помоем и натрем на мелкой терке, а затем будем ее обжаривать на остатках оливкового масла. Тыква запеклась. У меня она пробыла в духовке ровно 30 минут. Проверяем при помощи зубочистки. Как только она спокойно входит в тыковку, значит готова. Теперь мы берем кастрюлю, загружаем туда тыкву, морковь, заливаем сливки, добавляем соль, перемешиваем и отправляем на плиту. Прогреем еще минут 10. Варим на среднем огне. Кстати, забыла вам сказать, если хотите, то тыкву можно не запечь, а проварить. На это потребуется минут 15. И варить вы можете в воде. Сливки же мы сейчас добавили, тоже вполне можно заменить на обычную воду. То есть тут уже решайте, конечно, сами по вашим вкусовым предпочтениям. Суп практически готов. Нам понадобилось на его приготовление каких-то 40 минут. Сейчас мы подождем буквально минуточек 5, чтобы он чуть-чуть остыл, и пробьем его блендером.
Какой невероятный аромат, я уже представляю этот нежный кремовый вкус. Пробуем. Очень нежная текстура, в меру пряный, пикантный, сливочная нотка, конечно же, тыквенный вкус. Морковочка практически не ощущается, но вкус она дополняет, а также балансирует соль и сахар в этом прекрасном супчике. И очень вкусно с бутербродами с соусом песто. Рецепт соуса песто у нас есть на канале. Ссылочку оставим в описании. Обязательно себя порадуйте таким прекрасным, вкусным, нежным и невероятно полезным супом. Потрясающе. Вот такой замечательный, яркий, вкусный, нежный и очень полезный суп мы с вами сегодня приготовили. Это делается совершенно несложно, поэтому обязательно пробуйте. Все наши рецепты, которые есть на канале, очень простые. А фотоотзывы присылайте мне в директ в Instagram. До новых вкусных встреч! Пока-пока!